Всем привет, вы на канале Диарт, и да, сегодня без интро, потому что мне было... Ну, короче, вы поняли, да, мне было лень его вставлять, так что давайте начнем это продолжение. Кто это типа мысли? Ну что, опять полезла не в свои дела? Тебя никто и не просил помогать ей вообще во всем. Ты что-то хочешь мне сказать? Ах, да, у тебя же рот завяз. Типа заклеен. Я помогаю тебе. А почему ты ее бросил, я не знаю. Ведь у вас даже не было повода, и вы даже не ругались. Типа. А вот такой же вопрос я могу задать тебе. Почему тебя бросил Дима, когда вы даже не ругались? Не напоминай мне об нем. Я его ненавижу после этого момента. А еще после того, что он... Ладно бы, если просто бросил, еще он нам мешал жить. Тем временем у Джека. Что-то кислоты уже 2 часа нету. Не может быть такого, что она где-то задержалась. Позову друга, чтобы он мне помог, если что. Они наверняка забрали ее магию. Алло, Кайоши, привет. Да, опять... помощь. Типа он рассказал все про историю Тии, вообще все. Да, помоги мне. Ну что, опять влип? Нет, ну мог хотя бы помочь своей девушке, а не стоять здесь и пялиться в небо. Джек, ты опять рассказал о моих проблемах? Я же не просил кому-то рассказывать об этом. Прости, просто мой брат все время говорит о моих проблемах каждому. Он может всей России это проболтаться. Да ничего страшного, я привык. Он мне вообще даже свои и Киселапины, а его девушке рассказывают проблемы, вообще все проблемы. Ну так что, пойдемте спасать Киселапу. Кстати, познакомься, Тия, это Кайоши. Кайоши это Тия. Да, мы уже познакомились. Типа они пошли сражаться. Кислопа, что с тобой сделал Джефф? Типа она говорит, просто я опять забыла ей рот нарисовать. Простите за лишние звуки, просто у нас сегодня день рождения у Коко. Так что они могут здесь немножечко присутствовать, так что простите. Типа она говорит через мысли. Спасибо, Джек. Не за что, лапа. Ну что, пойдемте сражаться с этими идиотами? Да, я с вами. Типа, он сражался против Джеффа. Это типа честный бой, так как я бы... Ну, просто чтобы он тоже сражался. А эти двое, так как ей дали магию Джека... Она, кстати, тоже сильная... Сражаются против этой всемогущей мега-лявки-нявки-тян. Продолжение от Кисалапы. Кисалапа, сделай ей ПЖ хорошую концовку. Ну, здесь вот так сделаем, типа. Сделай ей ПЖ хорошую концовку, чтобы все было хорошо, и чтобы они жили долго и счастливо. Кстати, Кайоши вот этот вот, синий, влюбился в Тию. Ну вы поняли, да, то, что когда он, короче, смотрит, на него вот это все появляется и все такое. Да, вы, наверное, поняли. Но Ти еще об этом не знает. Конечно. Да. Так что давайте будем ждать истории, как повернет поворот событий Кисалапа. Да, давайте подождем. Всем пока!